33 отремонтированных дворовых территорий в 7 муниципальных образованиях. Вот они, результаты реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на территории Карачаево-Черкесской республики за 2017 год. Парковые зоны, аллеи, скверы, благоустройство придомовых территорий – все это было выполнено в ходе реализации программы. И сегодня она уже находится на завершающем этапе. На сегодняшний день реализация программы идет в установленные сроки, в пределах установленных сроков. Я думаю, что в ближайшее время все работы будут завершены до конца этого месяца. И у нас будет возможность предоставить эти пространства людям для использования. Сегодня работы уже завершены в ауле Адыгехабль, в поселке Медногорском и городе Уджигуте. Совсем скоро в поселке Майском, Кавказском и городе Черкесске. В 5 дворовых территориях у нас подготовлено под асфальт. Значит, все игровые площадки, горки, материал для озеленения, все закуплено, все проплачено. До конца вот октября все работы мы завершим и готовы будем к сдаче. Также парковая зона у нас вот уже полностью, и торшер установлены, лавочки, значит, все, что вот по проекту предусмотрено, все сделано. Наряду с программой 2017 года в республике ведется формирование программ на 2018-2022 годы. Чтобы реализация этих проектов прошла на должном уровне, на заседании был предложен ряд мер, а именно пересмотреть критерии отбора многоквартирных домов и привлечения студентов республиканских вузов для разработки проектов по благоустройству. Это, я считаю, хорошая мотивация для студентов, когда результаты их деятельности или плоды их деятельности востребованы. И когда он может сказать, что это результат моей работы вот здесь реализован, я думаю, это серьезная мотивация. С другой стороны, это позволяет сэкономить средства муниципального образования на такие работы. Мы подпишем соглашение с вузами от министерства. И в рамках этих соглашений и попросим подписать такие соглашения муниципальное образование, чтобы это было юридически закреплено как-то. В ходе заседания был дан ряд поручений всем ответственным органам у себя на местах разработать муниципальные программы с учетом всех рекомендаций. Дарья Назарова, Далин Мирза, Архыз 24.